Ну что, как говорится, вдарим рок в этой дыре, да? Да нет, с роком не получится, потому что вот сегодня пить нельзя, завтра на работу. Я решил, что для моих целей 1,5 луковки хватит вполне и за глаза. Так что, ребятушки, постряшки, как-то так. Что-то я начал как давно сочинять, там такое было. Шраз благословенный, узри в ее очах. К чему это я сейчас сказал, понятия не имею. Сегодня взял говядину, потому что оно и кошерно, и халяльно. Дальше дело техники. Ну, как видите, пришлось немножко пошустрить вилками, перемешивая. А сейчас будем врубать его дальше. Так, ну пока не солил, но получается примерно так. Вот этот кусочек фарша я разделю на 3 котлетки. Мне это будет нормально. Все-таки 4 котлетки оптимально, а не 3. Погнали, Оптимус, да? Запах просто сказочный. Ох, ароматус. Все готово. Котлета в лаваше.